красноярские волонтеры провели фотосессию в поддержку бездомных. По словам благотворителей, задача проекта – показать, что люди, оставшиеся без жилья, такие же, как и все. Над образами Вики и Сергея для фотосессии поработали профессиональные визажисты и барберы. Пару обеспечивают одеждой, регулярно кормят, а сейчас помогают им восстановить документы. Несколько реабилитационных центров уже согласились взять бездомных на восстановление.